Спасибо. Команда. Да. Вот я хочу, я даже сказала Якову немедленно, вот Лена, да? У меня связь была только с Еленой. Позвонила мне девушка, красивый голос. И вот она, много ведь нас телевизиончиков звонят, там то-то, то-то, позвонил, завтра работаем, и вдруг исчез, не звонит. Елена, это удивительный работник, Яков, я вам говорила, премию выдать немедленно. Она звонила мне бесконечно, не то что бесконечно, по делу, как надо. Анна Николаевна, машина тогда-то. Так, Анна Николаевна, все в порядке, проверяем. Машина, да, водитель Юра. Юра, который приезжал за вами давным-давно. Все, такая, ну это просто, Лен, спасибо вам. Спасибо, потому что вы замечательная работа. Ну а что говорить об Александре? Вот он начал сейчас нашу лекцию. Как тепло, нежно зачитывал, вел всех нас вот в то, что будет происходить. Сашенька, спасибо. Спасибо.